Доброго всем времени суток, с вами Тексер, Jagged Alliance 3, дом с привидением, вот привидение. У нас проблема, у нас тут 5 рыл бандитов пришло, с ними что-то надо делать. Проблема в том, что у меня все ранены, причем сильно ранены, потому что по минам находились. И что-то надо из этого выкруживать. Так, давайте, ну, Гарик у нас будет откидывать гранаты. Бык, смотрящий на царапины. А, давай так. Понял, загружаю. Это бред. Вот 3 шага не можешь гранату кинуть. Что такое? Это как в XCOM, да? 99% и не попадаем. Вероятность неудачи низкая, обратите внимание. Я повторю. Ложись. Гарик, что-нибудь сделай, ты мне не нужен сидящий. Ок. Тяжелое ранение, хорошо. А, лисяга. Лисяга, давай ты их заблокируешь. Мне они не нравятся совершенно. Ну, двоих тоже хлеб. А, двоих хлеб. А, где у нас лисяка? Вот он, лисяка. Ну, лисяка может еще выстрелить в кого-нибудь. Может убежать. Давайте рассредотачиваться. Мне все это очень не нравится. Садиться тебе некуда. Ладно, так. Барик. Да ты Бэтли, да. Это я знаю. А, я бы, конечно, за лисяку спрятал. Ну ладно. Я думаю, ты даже... О, не, попадает. Попадет. Ну, визибилити, так визибилити. Давай. Отъехал. Прекрасно. Так, что у нас? Анаболик у нас. Анаболика гранат нету. Ну, давай мы его вот так вот порадуем. Подавление вам, ребятки. Ну и все тут. Ложись. Так. Калинка. Калина here. Давай сюда. На коленку. А, так, давайте я сделаю вот так. О, нет. Так я не сделаю. Have a good shot. На 10 говнище. А, говнище. Нет, не ложишься. Ну что, остался мой, да? What? Калаш. Погоди, присядь. Вот тебе. А теперь тебе не хватает, да? Дятел. Косой пень. Получаем звездюлей. Так, ну это раненый там бегает. Стрелять будешь? Не будешь. Ой, там еще 6-й. Пулеметчик есть. Неожиданно. Так, ну они далековато. Хотя... Хотя у нас все деньги бегут. Где? Барик бедный. Держись. Держись. Я... Чего? Я одного-то ушатал, да, пока? И там где-то скрытый ход противника мне не нравится. Ок, ладно, поперли. Барик первый. Барик первый, Барика мы будем всячески спасать. Вот так, давай. Не знаю, почему я Барика буду спасать. Обломись, ты не попадешь. В хорошей форме не нравится мне тут вот про хорошую форму заява. Так. Тогда. Нет, не этого. Тогда. Ну, он в норме. Ладно, Гарик. Да, фигня у тебя. Понимаю. Так, ложись. Так, вот это.
На 3 единицы, серьезно? Ну метни в него свой нож. А, понял. Не метай нож. У него смена на нож только оружие. Поручик, скажите, у нас поменяете? Да, на сало. Так. На болик. Ты should be working out, конечно. Как у тебя сектор? Паршивый у тебя сектор. Ну давай так. Wait for the puny enemies to make their little moves. Так, сюда сядь. Не-не-не-не-не, мне другой нужен. А кто у вас пулеметчик? А, он наугад вот, я понял. Голова. Давай в кузяку. На 10 единиц. Чё за фуфлыжничество у меня цветает? Так. Посмотрим, что мы тут можем. Ну, такое себе можем. Но если оно побежит, мы его, ух, идем. Мимо. Псих, ты единичку, вообще не серьезно. Убежал. Наш территорию защищайте, ну защищай, давай. Ай, да, они там по дому бегают. Жалко, не захватили краешек. Лесу будут стрелять. Она лежит, в принципе, так все хорошо. Вот этот может, да. В норме. Дробовик, получай дуплетом. Лиса, ты живая? Живая. Ай. Анаболик, ай. Такой. Ну, это прямо издалека лут. У тебя патроны раньше кончатся. Дурень. А вот это хреново. А у вас что, постоянно крепление что-то подходит или чего? Я не понял, как так работает. Пистолет, хорошо. Hurt badly. Не badly ты hurt. Все нормально. Enemy has good visibility. Да? Да вот эту штуку убери у меня, пожалуйста. 19, согласен. Good visibility. Так, лег, молодец, лисяка. I see a lot of creeps from here. Got a clear shot here. У нее автомат невеликого калибра. Так себе, ну, так себе хорошо. Так себе, сяк себе. Так. Да че на 3-то? Игорь, блин, долбич. Отползай. What? Вот. Вот. I don't have good shot. Косой дурак. Косой совсем косой. Have a good shot. Но на 30-ку приятно. Так, здорово. Ну там вот этот так себе. У кого там кручение, не понял, продули всякие, по-моему. При смерти убежал, молодец. С лисякой беда. Ее прям обижают. Особенно тот, который рядом. У, пулеметчик хреново. Ну, прямой косой. Вот этот вот. Он с ножом к барику. Да ты иди нафиг. Очень много ран. И чего? Умер. Так, короче, я решил убегать. Но запись не включил. Вернее, ее это... По злобности душевной выключил. Так. И обратно включил. Так, хорошо. О, вот это было хорошо.
Мне понравилось. Твои колечки? А давай ты в него выстрелишь. Помер, нет? Серьезно, может, ты бронированный, что ли? Перевязался, молодец. Нет, не перевязался, его прервали, да? Ну чё, просрано? А, у меня этот жуткий крамультук. Kill confirmed. Kill confirmed. Хорошо. Бесяка. Ты видишь бочку? О, да, здорово, хорошая бочка. А, по таким бочкам только стрелять. Вывести мне лисяку вот просто некуда. Ну ловишь-то. Так себе. Молодец. Можно еще другим, на самом деле. Где? Гранату, наверное, со зла. 9. Ну, ладно. Так, что у меня тут осталось не хуже? Да блин, опять просрано все будет, я уже прям знаю. Калина here. This should do it. А че вы думаете, сейчас Лиска попадет? Вы так не думаете. Вообще без. Все, сейчас моего убьют. А, у меня продолжает кровотечение, разозлился, сдох, да. Ой. Ай. Не, смотрите, он там ходит. Ну, тут пулеметчик подтягивается. Анаболик, бойся. Уходи в дом. И, насколько помню, слева киллер придет. Ну, сейчас пулеметчик придет. И слева по дому киллер придет. Скрытый ход, он будет. А ХП все меньше. Ready to shoot. Вот там совершенно здоровый человек, не царапины. А я уйти не могу уже. Acknowledged. Вот я драпанул, да, но мне сейчас в спину скорее еще прилетит. Ready to shoot. Damn, that hurts. Ранение. Только всего лишь ранение. Я вот на это смотрю, и это просто. Так, пах. 9. То есть он вот без дамага как-то. Молодец. Ну что, отходим, может быть, тут будет получше у нее все. Рисовала, что туда будет. Но хрен там плавал. Так. Ты прячешься вообще. Так, кто? Она боль. Она боль, тебе тоже надо драпать боль. Так, кого-то видишь? Никого не видишь. Кого можешь поцелить? Ну, вот в этого можешь, конечно, поцелить. Можешь того. Давай в этого. Вдруг попадется. Берри Унгер. Берри Унгер, да. Попал, что ли? Босс увидеть. О, вот это здорово. Пошел нафиг. Никого не попал, я надеюсь. В своего попал молодца. Я сейчас ему в бочку выстрелю. Кем-нибудь. Не знаю, кем. Хотя бы Барри Унгером. Эй, не задел, собака. Ай. А помню, киллер подходит, да?
Жив, отлично. Так. Скажи мне, Берри Унгер. Не туда. Yes? Блин. Moving to position. Сядь. Барик. Ну, то пулеметчик ты, конечно, видишь. А бочка-то? О. Hey, nice technique. Сгорел. Сгорел на работе. Так. Да, вот тут может его добить. Хотя нет, он здоровый еще. Hello. What's on your mind? Так. Ты видишь пулеметчика? Ну. А, это лисяка, пардон. Я уже на следующую хотел окрыситься. Ты же не попадешь, кидай гранату. Не кинешь. Короче, давай цель ставь. Так, ты... А, ну это лисят. Лисяки. А. Давай, чего? И... О, на 36 нормально. Единственное, кто порадовал. Огонь. Ну не огонь, в смысле, но выполнили. Вот, бежит снайпер. Залег. Ну, давай. Анаболик втащил. Погоди, ты лежишь на подавлении или ты это анаболиком втащил, втаскиваешь? Ай. Ой. Опасно. Бык еще бежит. Елки. Да сколько ж вас? Тут бесконечно идет, что я не пойму. Может, у меня такое задание? Так. Перевязывайся. Ты сдохнешь так. Yes? Yes? Yes. Такой. Блин. Срань. What's on your mind? Ну, короче, бесполезняк. Так. Тут чё? Барик. Могут встретить. Ну, ладно. Ну, короче, надо. Опа, снял. Молодец, Барри. Да. Лорд, он это. Да иди ты! Блин, он не идет. Анаболик, иди, дебил. Все, можешь перемещаться. Чё у него за бред-то был? Все походили. Ну, если сейчас анаболик не убьют, опять-таки. А могут. О, сейчас очень кучный может прилететь. Не прилетело. Пулеметчик своему вломит. Ай, ну ладно. Так, я киллера убрал, это прекрасно. Ну их тут прям толпа. Ну, кстати, сейчас этот, может последнюю свою гранату реализовать. Хотя вот тут бочки, на бочки не ходите. Кто блинин-то? Успокойтесь. Так. Игорь Долвич. А он когда-нибудь попадать начнет? Нет? Что у тебя есть?
Давай вот так. В следующем ходу будешь дверь свирепствовать. Так, лисяка. Лисяка. Don't tease me. А ты, дура, попадать начнешь? Нет? Калина here. Калина here. You should do it. Got one. Ладно, Калина работает. Молодца, Калина. I am hurt badly. Барик, давай на место. Good position to shoot. Ну вот, уже с царапиной. Отлично. Хренач. Во-во-во-во. Процесс-то пошел. Так, а это перевязывается все мой, да? Ладно. Может, выживу, не знаю. Пока задрали. О! Да как ты ее? Через всю весь дом-то. Вперед, что стоите? То есть стоим. Присматривается. А от кого там идет скрытый ход? Обменяемся. Ты видишь, понимаешь, что стреляет козел. Никого не видит, а вот этот плохо. То есть его окружают, а он не видит. Погодите, а он может вот сюда выходить уж тогда. Оп, бесплатное перемещение, да. Лови, дятел. Укрытие не ушло. Плохо. О, орел. Так, лисяка. Пошла туда. Я вот здесь не пойму, а там что-то осталось? Там вроде был пулеметчик, но я, по-моему, его не стрелял. Так, анаболик. This will be pie. Ты косой пень. Hello. I will shoot at enemy when available. Давай, давай. Косой пень. Но неплохо. Ой. Ой. Вот он бы гранату, они кончились. Скрытый ход не нравится. Have a good shot. You will pay. Отъехал. You will pay. Billing down. I'm in bad shape here. А чё ты кряхтишь-то? 7-7, почему не ходит? А если ему не хватает расстояния, то почему мне пишут, что он может туда пойти? This one will fall before me. Слег. What's on your mind? Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Так, скрытная лисяка пошла за кадром. Ready for action. Igor, great at hiding. You will see. Oh, you will not. Enemy, ho! Вон он, не царапины. Ах ты ж. Поганское создание. Ждем. Get out of my ass and get moving. Чуть толпится. Сейчас. Погоди, еще кто-то скрытый? Серьезно? I have good shot for stealth kill. Oof, that hurt. You want me to hide? I think I can do this one from behind. I just
just love it when I can sneak right up on someone and do them like that. I will wait for the puny enemies to make their little moves. Да погоди, the puny enemies. Я пока не это. They'll never see me, which is kind of a shame, frankly. Igor Dolvich, ready? Ready. Ложись. Где ходят? Не пойму. I'm hurt. Кто? You want me to hide? I completely brought the wrong outfit. Так, выход. Нет, не выход. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Не пойму. Так, ну Лиска не увидел, значит никого нет. Я не пойму, где враги. Yes? When I was little, I would hide from everyone. Да не Барри. I shall not make a noise. Так, ты скрытый же идешь, да? Да. I am hurting. Да блин, все лечиться будете, но потом. Надо сначала отбиться. I am hurt badly. Ready. Я пока никого не вижу. И не пойму, где я могу увидеть. What? Вот. Вот. They'll never see me, which is kind of a shame, frankly. Вон он, не царапина сидит. А меня не увидит, наверное, да, скрытого-то? No problem. No problem. Так. Калинка. Давай сюда. I shall not make a noise. Сейчас посмотрим, что он там делает. Опа, еще один. Сидят козлы, а? Ну и фигли. Давай сюда. Меня окружать пытаются, видимо. Be quiet now. I will sneak up like a tree. We must be well groomed for battle. Oil up those muscles. Хватит тарать. Moving to position. Сидит там, вопит. Бежит на все деньги. Прибежал. Тоже бежит. Тоже прибежал. Тебя увидели, да? Давай вот сюда. И стреляй. Давай в торс. Опаньки. Круто. Круто просто. Дядя. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Так. Hopefully I can do this quick and clean. Ты, блин, вы идиот? Куда вы попадаете-то? Они идиоты. Так. Be quiet now, damn it! I will give my position to them. А попадать мы можем, нет? Hello. Знаете, попадать во врага. Вообще нет никакого. Да. Семь из семи, я не могу туда подойти, 7 из 7. Acknowledged. Я могу на 6 из 7 подойти. Так, все походили. Сейчас будем огребать. Оп, пошел. Что тут у вас, да? Ай. Yes. Лисиндра. Он последний. Clear shot here.
Давай в голову попробую. Дура. Просто дура. Мажет, как не знаю кто. Отползи немножко. Так. Игорь Долович. О. А нет, Тулова можно. Вот нормально. Вот это уже хорошо. Да ты не not make a noise. Бабуся. The villain won't see this coming. Отъехал. Ну, как-то вот так. Area clear. Я вообще офигел уже. Всё. Мина срабатывает. Ах, труп 68. Без рукав мне нафиг не нужно. Ну ладно, я возьму. Я потом куда-нибудь раскидаю, не знаю, что я сделаю. Так, разобрать. Ну, я... У меня вообще просто слов нет. Я пойду вот бариком. Ты один. Так. Просто вот он видит мины. Кстати, а где этот привидение, которое... Что еще? Там еще, да? А, привидение ходит. Я буду ходить бариком, потому что больше не, некому, остальные все мины не видят, а мин тут еще, по-моему, до жопы еще. А, ну там у меня эти вещи остались, да. Так, привидение, иди общайся с привидением. Да хватит их лупить. Вот и все, они ушли. Совсем. Ваши методы определенно эффективнее моих. Может, благодаря вам эти бандиты перестанут тревожить старика в заброшенном доме. Я снова вдохнул в него жизнь. Вот, держите меня, это больше не понадобится. Не успел прочитать какие предметы. А чем займешься дальше? Попробую все отремонтировать. По-прежнему надеюсь, что хозяин дома, мистер Дич, когда-нибудь вернется. Понимаю, это глупо, но я бы так хотел увидеть его снова. И вовсе не глупо. Надежда — самая сильная магия в мире. А что мне за клад обсуждали? Я не могу отдавать чужое. Здесь есть клад? Здорово. Я охраняю гном с загадками? Пришибленная какая-то. Ну, в общем, у смельника припрятаны деньги, но они принадлежат мистеру Дичу. А пока остается шанс, что он жив, я скорее умру, чем придам его доверие. Такая доверенность достойна восхищения. Он до сих пор не вернулся за деньгами, боюсь, попал в беду. Прошу, помогите найти его, он наградит вас, он очень щедрый. Расскажи нам о нем. Он был директором какой-то крупной иностранной корпорации, вроде бы что-то связанное с добычей полезных ископаемых. Он никогда не обсуждал работу, по-моему, он ее ненавидел. Когда началась гражданская война, его не было дома, возможно, и к лучшему. Его могли замучить ради денег, точно так же, как его слуг. И с тех пор прошло 10 лет. Может быть, он давно умер, но я по-прежнему хочу найти его или хотя бы его могилу. Неправда. Я не буду его обманывать. Пока. Так. А это что такое? На втором этаже? Погодите. ТИГ, по-моему. Давай, барик. Ты единственный, кто мин не боится. Каску. Тебе пригодится. Так. Рюкзак, по-моему, мой. Пойдем посмотрим. Ну да. Читать, Барри. Да, ну все, что такое? Чип. Ладно. А мы теперь выйдем на... А, заметки, давай посмотрим. Ну, тут новое задание, я понял. Закрыть.
Центр поддержки, что у нас тут? А, понял. Ну что, ну я посмотрел же. Ну отшельник, да. Вице-спутник. Так, 30% бабла стало больше. Это прекрасно. Но мне надо лечиться. Давай. Taking a long time. You must like watching me work. Так, деньги идут, я не пойму. В плюс, да? Давайте во Флитаун. Отлично. А и во Флитауне сейчас что-то прикупим. Минус 2900. Ну да, такое. А что у меня вообще в инвентаре? Короче, пошли смотреть. Тут есть продажа медикаментов. Дорого. Но есть. Но мне надо лечиться. Что фигня. Так, смотрим. Молодо. О, торгаш медикаментами. Где медикамент? Вот тут. Аптечку за косарь. Че, издеваешься? Ну, давай попробуем. Недостаточно денег. А мы в минусе, да? А тогда мы сделаем по-простому. Отдых. Я бы, может, еще людей тут потренировал. Ну, кто меня может людей тренировать? А, подготовка ополчения, допустим. Инструкторы. Лисяка. Так себе. Я вот это лучше могу. Давай, ладно. Не располагает требуется. Я понял. Тогда что? Тогда отдых, ребята. Да иди ты нахрен тогда. Просто ждем. А чё у Калина здоровье упало? Просто ждем, когда в плюс прием. О, груз везут, надо же. Забавно. Сейчас плюс выйду. И тогда можно будет уже что-то делать. Да, тут местный мафиози живет. Стоп, кто-то сюда идет. А у меня народ подраненный. Его лечиться не успеют. Так, что у нас тогда сейчас? Они идут сюда. Давайте я все-таки полечусь. У меня какие-то бабки-то есть. Так, барик у меня. А у меня... Не располагаем мы ресурсами. Вот что. Да. Блин, тут жопа-то, а. Пойдем за аптекой. А что у нас? Купить аптеку, давай. Купили. Новое письмо от Кроненберга. Кто отдаст свою кровь? Вам одобрена участие в программе «Донор 2000». Подходите посетить лечебницу доктора Кроненберга. Станьте донором крови. И мы компенсируем вам затраченное время. Вид со спутника. Так, давайте. Раз, я понимаю, что мне надо вот выходить против этих орлов, но... Так, кого у нас? Барик? Да... Что за дерьмо? Я аптечку ж купил. 70 у нее в аптеке.
Так. А, аптека, может быть, набор первой помощи. А там нужно как-то лекарство. Лисяки есть. Ну нет, это набор первой помощи, это не то. Как все хреново. Патронами, гротехникой. Тут что? Ножи. Продать 30 запчастей. Тихо. Давай продадим. Это забавно. Торгует ништяками, да, поговорим. Завтра покажу вам что-нибудь. Посмотреть. Не хочу. Big booms, naked guns, fitness tips. Yep, there I am, with my guns out. Пипец. А просто лечение никакое не купить, да? Так, это журналы. Это тоже журналы. Видеокассеты. Погоди, что у тебя купить? Ножи, ножи нет. Да не орите вы. Короче, фигня. Так, ну какие-то деньги есть. Давай в операциях отдых всем сделаю. Бухайте. I hope this task will be a good workout. О, заброшенный особняк приходит под контроль противника. Вышибать сейчас придется. Заканчивают отдыхать. Молодцы. Чуть побитые теперь. 25. Ну, тут чего у нас? 9 рыл. А у меня 6. Ну, короче, надо их выносить. Но это будет в следующей части. Жмите, пишите. До новых встреч.